Здравствуйте, друзья! Сейчас на дворе осень. Очень многие люди болеют вирусами и гриппом. Я хочу поделиться с вами простым народным способом избавления от гриппа и всех вирусов. Тем более сейчас, в наше время. Этим простым средством пользовались мой отец и мой дед. Свое детство я провел в деревне. Зимой мы катались на горке, играли в хоккей, катались на санках и вечно простывали. Чтобы простуда не пошла дальше, и мы не заболели гриппом, так как школу никто не отменял, кипятили чайник, брали стакан, наливали половину воды и остужали до комнатной температуры. В этот стакан с водой добавляли щепотку соли. Раньше морской соли не было, пользовались обыкновенной. Но лучше, конечно, пользоваться морской. Сейчас мы пользуемся именно этой солью. Вот совсем немножко. А самое главное, нам понадобится чеснок. Берем один зубчик среднего размера и нарезаем его мелкими пластинками. Вот примерно вот таким образом. Помещаем это все в стакан. Перемешиваем. И даем настояться примерно 30 минут. Это средство готовится на одни сутки и хранится обязательно в холодильнике. На следующие сутки готовим новый раствор и опять храним в холодильнике. Бояться этого не нужно. Пользоваться этим очень просто. Набираем в ложечке несколько капель, буквально немножко. Запрокидываем голову. В одну ноздрю. Во вторую. Вот и весь процесс. Используйте это средство незамедлительно, если вы находились в контакте с больным, либо заболели самостоятельно. Каждые 2 часа закапывайте в нос эти капли, и ваша болезнь, и ваша простуда пройдет без температуры и осложнений. Будьте здоровы. Самое главное, не забывайте пользоваться масками. И до новых встреч!